Серым дождливым петербургским днем в 4 часа пополудни писатель лежал на тахте и разглядывал рисунок на обоях. Обед уже прошел, до ужина было далеко, да и есть ему не хотелось. У писателя была глубокая депрессия, причину которой он давно забыл. Литейный проспект равномерно шумел за высокими окнами. Вдруг двери распахнулись, и в комнату влетела роскошная брюнетка, по своему обыкновению без меры возбужденная. «Николай, как же вы можете лежать, когда такое происходит?» Она подбежала к окну и раздвинула шторы. «Поглядите же, поглядите, что творится!» Писатель знал, что в таких случаях лучше повиноваться. И нарочито нехотя поднялся с лежанки. Встал и подошел к окну, поглаживая бороду. Ему открылся вид на парадный подъезд министра государственных имуществ. Швейцар, дворник и городовой грубо отталкивали от дверей и гнали по улице бедно одетых людей, явно пришедших к министру с нижайшей просьбой. Возмутительно! Они ждали приема с 6 утра, а их прогнали, как скот, продолжала негодовать женщина. Писатель ничего не сказал. Он молча вернулся на свою тахту. Вот парадный подъезд. По торжественным дням, одержимый холопским недугом, целый город с каким-то испугом подъезжает к заветным дверям. Через час писатель Николай Некрасов уже читал новое стихотворение своей гражданской жене Авдотье Панаевой. Она родилась в семье актеров Александринского театра. Ее мать играла в оперетах, а отец считался неплохим трагиком. Жили небогато и невесело. К тому же в доме установилась нервная обстановка из-за деспотических замашек матери. Родители думали, что Авдотья пойдет по их стопам или хотя бы будет танцовщицей, но у Авдотьи были свои представления о женском счастье. Однажды в балетном училище ей рассказали о знаменитой француженке, о писательнице с мужским псевдонимом Жорж Санд. Дома Авдотья немедленно примерила брюки отца и нарисовала себе усы углем. В этом виде она вышла к родителям и сказала, что собирается стать писательницей. Даже мужскую фамилию себе придумала – Станицкий. Родители пришли в ужас. Матушка в опереточном экстазе заламывала руки. Батюшка молчал, застыв в трагической позе. Родители немедленно решили выдать свое неуравновешенное чадо замуж. Как раз подвернулся известный журналист Иван Иванович Панаев, и через месяц сыграли свадьбу. Естественно, родители ошибались, представляя себе факт замужества как панацею от вольностей. Иван Панаев оказался натурой противоречивой. Авдотью он любил, восхищался ее красотой, но сохранять супружескую верность был не в состоянии. Вообще он страстно любил женщин. Все его произведения наполнены образами замечательных представительниц прекрасного пола, которые оказываются всегда не в пример лучше героев мужчин. Заводя интриги на стороне, он и своей жене предоставлял абсолютную свободу. Но Авдотья долго не могла решиться на измену. А кандидатур на роль любовника для Авдотьи было немало. Она ведь так любила литературу. Вот муж ей и предоставил любого литератора на выбор. У них в доме проводили вечера самые известные поэты, писатели и журналисты. Это же было время невероятного взлета русской литературы. 1840-е годы. В доме Панаевых не закрываются двери. Здесь ежедневно бывают и Достоевский, и Белинский.
и Толстой, и Чернышевский, и Гончаров, и все они до смерти влюблены в прекрасную Панаеву. Их притягивает ее броская внешность, огромные глаза и осиная талия. К тому же она проявляет незаурядные способности к литературе. Авдотья блистает на вечеринках, кокетничает со всеми, но на ухаживание не отвечает. Однажды Ивана Панаева знакомят с начинающим и при этом амбициозным писателем Николаем Некрасовым. Некрасов первым делом прочитал подборку своих порнографических стихов, чем очень обрадовал Ивана Панаева, а после рассказал о своих идеях по поводу серьезных литературных журналов. Он предлагал восстановить легендарный «Современник», печатать лучших писателей и, к тому же, зарабатывать деньги. «Надо вырваться из грязи», — сказал молодой писатель. С этого момента Панаев и Некрасов стали друзьями и партнерами. Правда, пока только деловыми. Знакомство Некрасова с женой Панаева стало роковым. Через день писатель уже пытается утопиться в фонтанке на глазах у прекрасной Авдотьи. Добрые прохожие спасают не умеющего плавать Некрасова. «Если не будете моей, буду топиться еще раз», — заявляет он Панаевой. «Камнем пойду на дно». Она не соглашалась очень долго. Для Некрасова прошла целая вечность. Пока не свершается то, о чем Авдотья Панаева напишет проникновенные строчки. «Счастливый день, его я отличаю в семье обыкновенных дней. С него я жизнь свою считаю и праздную в душе своей». Это случилось на даче в Казанской губернии летом 1845 года. Они были втроем, чета Панаевых и Некрасов. После всего случившегося Некрасов разнервничался. Он устраивает большой скандал и сцену ревности, но быстро остывает и пишет Авдотье: «Как долго ты была сурова, как ты хотела верить мне, как ты и верила, и колебалась снова, и как поверила вполне». Своим странным семейством, втроем, они возвращаются в Петербург и снимают общую квартиру на любимых Некрасовым пяти углах. Некрасов и Панаев начинают восстановление «Современника», а Авдотья помогает им как корректор. Некрасов много и успешно играет в карты, называя себя «карточным головорезом». Игра не только не разоряла его, но еще и давала средства для безбедного существования. Это была почти идиллия, перемежающаяся скандалами и изменами. Историки спорят, кто кого больше изводил, Некрасов Панаеву или наоборот. В любом случае, Авдотья от этой мучительной связи пострадала гораздо больше. К тому же внебрачная беременность от Некрасова закончилась потерей новорожденного ребенка. И тем не менее троица была неразлучна. Все вместе они переехали в дом на Литейном проспекте, где теперь находится музей-квартира Некрасова. «Современник» стал процветающим журналом, но каждый выпуск сопровождался репрессиями на правительственном уровне. Почти все произведения, выбранные Некрасовым и Панаевым для печати, оказывались негодными с точки зрения цензуры. Так и роман Авдотьи Панаевой «Семейство Тальниковых», написанный в 1848 году под чутким руководством Некрасова, оказался крамольным. Его в конечном итоге запретили. В романе Авдотья рассказывает об ужасах домашнего воспитания, о насилии над детьми, скрытом от общества. Роман подрывает родительскую власть. Такую резолюцию вынесли цензоры. Следующая публикация романа произойдет только в 1928 году с предисловием Корнея Чуковского. Проблемы с цензурой не могут сломить Панаеву. Она берется только за самые щекотливые и запретные темы.
воспитание, семья, любовь, брак. Вот в этих понятиях Панаева пытается разобраться. Собственный опыт пока что оказывается неудачным. Ну и что? Она ищет свой путь, не такой, как у ненавистных ей мещан-обывателей. Открыто живет с двумя мужчинами, пишет крамольное произведение, да еще и дружит с революционно настроенными писателями. Когда Чернышевский был заключен в Петропавловскую крепость, кто его открыто навещал? Конечно, Авдотья Панаева. Они шептались в так называемом приличном обществе. Ее осуждали. Авдотья переживала, узнав об очередных сплетнях, и все нервы выплескивала на своего гражданского мужа. Жизнь Некрасова тоже складывалась непросто. Современник начал приносить неплохой доход, и тогда в редакцию прислали то, что сейчас называется аудиторской проверкой. Заставили предоставить всю документацию, отчитаться за каждый рубль. Некрасов впадает в депрессию, как тогда называли, хандру. И опять же срывается на Авдотье, кричит на нее, устраивает сцены, но после каждой громкой ссоры Некрасов присылает ей стихи, которые вновь и вновь примиряют их. Мы с тобой бестолковые люди, что минута, то вспышка готова. Панаева покорена стихами Некрасова за эти строчки. Она может простить все. Почти 16 лет продолжается роман втроем. Несколько раз Некрасов в сердцах уходит от Авдотьи к любовницам, открыто встречается с французской актрисой. Авдотья плачет на груди Ивана Панаева, который сам уже давно запутался и не знает, что делать. Потом Некрасов возвращается с новыми пронзительными стихами, и вот оно, примирение. Бесконечно так продолжаться не могло. Журнал «Современник» все-таки закрыли, а Некрасов и Панаева навсегда расстались. Формально это произошло из-за денег. Всплыли финансовые претензии родственников, незакрытые векселя, и тут уже не помогли прекрасные стихи и пылкие признания. Легендарный роман втроем закончился. Иван Панаев умер. А в 1864 году Авдотья получает предложение руки и сердца от литературного редактора Головачева. Ей 44 года, но она все еще очень хороша. Неожиданно новый брак оказывается очень счастливым. Авдотья родила долгожданного ребенка. Жизнь потекла размеренно и тихо, без безумных вечеринок и супружеских измен. Панаева пишет мемуары и новые романы. Но в 1877 году Головачев умирает от туберкулеза, и Авдотья с дочерью оказываются без средств к существованию. Долгие годы русская Жорж Санд с трудом перебивалась переводами и редактурой. Ее дочь тоже стала писательницей, чьи женские романы были популярны в 1910-х годах. Я чувствую себя позабытым автором ушедшей эпохи, говорила Авдотья Панаева в конце жизни. Но, к счастью, она ошибалась. Ее имя и в наши дни хорошо известно. И не только в связи с именем Николая Некрасова. Книги Панаевой читаются и переиздаются.